Get Movies. Канал для всей семьи. Subway Surfers. Попался. Опять. Мам, открывай! Мне кажется, это ваш. Послушайте меня, мистер. Не знаю, что вы себе думаете, но у вас нет права так обращаться с моим сыном. Ваш сын с друзьями проникли в депо. Шалили снова. Я не шалил, я катался на ховерборде. На чем? Ну, на этом... на скейте. Да что бы он ни говорил, держите его на коротком поводке. Эй! Не говорите моей маме, что делать. Она лучшая мама в мире, если вы когда-нибудь... Хорошо, Джейк, хорошо. Успокойся, я сама разберусь. Так, марш в свою комнату и... и подумай над своим поведением. Я с ним не слишком строго. Ну, я не знаю. Он такой хороший, милый. И очень воспитанный. Я мать-одиночка. Целый день работаю, мало уделяю ему времени. Но он такой самостоятельный. С мальчишками нужно построже. Вкусный, вот так. Уверена, это какое-то недоразумение. Не переживайте, я сейчас пойду и поговорю с ним. Свобода! Где все? Джейкоб Преслер! Вас ждут неприятности, мистер! Кошка! Чизбургер! Там сыр! Прогулка отменяется. Идем в кафе. Я голодный. Subway Surfers. Бумбокс. Приступим. Буми! Бумбокс! Мама! Не видела, Фрэш. Я не видела, чтобы ты позавтракал. Дед, бумбокс не видел? А ты?
Тишина напрягает. Передумал, буду в кафе. Я голодный! О, читать научился. Ну-ка, что ты задумал? Ха, признавайся, Тавин, где мой Буми? Боишься щекотки? Тавин, что ты... Буми! Вот он! Subway Surfers. Семейная реликвия. Еще 3 порции и рекорд побит. Ты должна это видеть! Иду! Беатрис... Тебе очень идет это платье, но ты опоздала на 2 минуты. Прости, мама, мне пришлось вернуться за пуантами, и я чуть не забыла про конкурс. Какой ужас! Как можно было забыть про конкурс? Какой конкурс? О, он шутит. Мы с нетерпением ждем выступления. Итак, скажи, Беатрис, кого из композиторов ты выбрала? Чайковской или Стравинской? Ну, мне пора идти. Это важно. О, запомни, Беатрис, так вести себя неприлично. О, забавно. Думаю, что это был вызов. Ну, кто быстрее? Все. Ты опять выиграла. Неисправимая. Вся в отца. Можно я пойду? Постой. Удачи. Увидимся на конкурсе. Беатрис! Трики, свечи! О, простите, мадам. О, мое платье. Больше не повторится. О, очень надеюсь на это. Иначе... Ты звала меня, мама? Да, я хотела, чтобы ты надела это на конкурс. Нашу реликвию. Ты имеешь в виду... Да. Кулон Фэрчайлдов. Я подумала, что если ты провалишь конкурс, то хотя бы выглядеть будешь достойно и безупречно. Но, мамочка, нет слов. Ох, на тебе оно великолепно. Я помню тот день, когда я первый раз надела его. Он побил рекорд, но, кажется, вывихнул челюсть. Встретимся в больнице. Прости, мама, мне пора бежать. Спасибо за колье! Это семейная реликвия! Subway Surfers. Изобретение.
О, это интересно. Кубик льда за 4 минуты 37 секунд. А ведь был кипящей водой. 375 градусов по Фаренгейту. Тот самый эффект Пембы по имени парня из Танзании. Надеюсь, что правильно. Боб, снимай! Сейчас приступим к запуску метеорологического спутника. И знаете, мой спутник не просто предсказывает погоду. Мой спутник эту погоду делает. Боб, пожалуйста, покажи им Лоррейн. Лоррейн? Дождь? Проехали. Так, ближе к делу. Мой папа мастер на все руки, но садоводство определенно не его. Боюсь даже рассказывать о системе орошения, которую он соорудил. Я хочу, чтобы Лоррейн поливала овощи для нашего ресторана. А вы увидите запуск моего погодного спутника. Входящее сообщение от красавчика. Ну и что же он пишет? Пойдешь с нами на выступление Трики? Балерина, аплодисменты, чизбургер, упс. Сьюки, отправляй. Спасибо, но я работаю. Ракета, тучка, помидорка, морковка и баклажан. Ваше сообщение отправлено. О, и снова здравствуйте. Я собираюсь запустить спутник в тропосферу на высоту 15 километров. Впервые в истории ключ на старт. 3, 2, 1. Да, ты прав. Печалька. Неполадки на старте. Снабжение. Посторонний. Тани, заправка для мозга. Сьюки, запомни, мой отец не посторонний. Друзья, это мой предок. Честно говоря, я приемная. Я знаю, но он делает мне сэндвичи. У него это здорово получается. Привет, па, спасибо за ланч. Можешь мне немного помочь? Ну, не знаю. Последний раз получилось не очень. Да, не волнуйся, все под контролем. Я уверена на все 100. Ну, держись. Нужно лишь слегка подтолкнуть. Мой папа был профессиональным скейтбордистом. Что за апокалипсис? Вторжение инопланетян. Да, так и знал. Ютани. Subway Surfers. Конкурс. Ты сможешь... Сможешь, ты сможешь. Эй, Трики, мы скоро будем. Нет, я сказала, Джейк, не приходите. Вы у меня получите. Обещаю. Джулии поставили 3. Меня ждет полный провал. О, нет, колье. Следующий участник Беатрис Фэнчайлд. Что это на твоей дочери? Колье немного великовато. Это реликвия. Танцуй.
за мной. Вот сюда. Садись. Простите, миссис Фэрчайлд, Фрэш такой неловкий. Я это вижу. Нам необходимо ее поддержать. Нам нужно второе мнение!